Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте все те, кто заглянул на мой канал. Снимаю очередной свой завтрак. Ну, пару слов скажу о том, как прошла ночь. С 2 часов ночи, 3 часа, это до 5 часов утра была воздушная тревога. Вы знаете, время, когда хочется спать, когда тебе очень тяжело, когда сон в разгаре. Ты должен подниматься и идти в бомбоубежище. Я представляю, как трудно людям, которые живут в многоэтажных домах. И куда идти? Скажите, пожалуйста, куда идти? Мы с мужем прятались в погребе. В холодном, тесном погребе. Сидели 3 часа, рассматривая свою консервацию и рассматривали там, что можно было посмотреть по телефону, в интернете, на Ютубе. Вот так прошла у нас ночь. Спать, конечно, хочется. Страшно. И как пройдет теперь после этой бессонной ночи день, можете просто догадаться. Но мы рассмотрим мой завтрак. Завтрак. Перловая крупа. Вот такая перловая крупа. Ячмина. Ячмина на украинском языке. Ячмина крупа. Сказать, что она мне понравилась, я не скажу. Я ее замачивала, запаривала с вечера. Она всю ночь находилась в воде, запаренная. Утром я ее варила. Разварилась, она готовая, но она немножечко остается жестковатая. Есть крупы, которые идеально развариваются и очень-очень вкусные. Дальше. Салат. Салат. Рыба семга, яйцо вареное, репчатый крышеный лук на мелкие кусочки, кубики. С добавлением вот такого соуса. Соус неплохой. Он не очень жирный по сравнению с, например, европейским майонезом. Но вкус, не скажу, что плохой, хороший вкус. Можно этот соус применять, покупать, употреблять. Так, вот такая тут информация идет. Кому это интересно, можете посмотреть, почитать. Такой соус. Так, соль, специи, заправка салата, рыбный салат. Да, когда варилась перловая крупа, ячминная крупа, в конце добавлялось вот такое масло. Немного, столовая ложка масла и соль. Обычная соль. Так, конечно же, я могу себе позволить домашнее вино. Я очень много делаю каждый год домашнее вино. Это вино с сока винограда с добавлением сахара, 2019 год. То есть выдержка уже 3 года этому вину. Так оно выглядит. Ну, что вам сказать? Вкусное, сладкое, выдержка чувствуется, запах, аромат винограда, крепость, не знаю какая, но неплохо. Одним словом, неплохое вино. Дальше буду добавлять соус. Не могу его раскрутить. Ну ладно, я покажу его вот так. Вот такой соус. Плохо видно. Вот такой соус. С томатом. Остренький, но вкусный. Так, этот соус пойдет у меня с кашей. Так, открыла. Это не так просто было сделать одной рукой. Ай-яй-яй. Упустила ложку. Ну, возьму вилкой. Вот так выглядит этот соус. Вкус мне нравится. Неплохо. Так что, пожалуйста, соус такой рекомендую. Можно покупать.
Ну вот, это мой завтрак. Завтрак сегодня. Доживем до завтра в такое неспокойное время. Желаю всего всем мира, чистого неба, спокойных ночей, дней и радости в жизни. До свидания. Пока. Встретимся очень скоро.